Добрый день всем любителям побега из Таркова. Приветствую вас на канале Тиран Гейминг. И в этом коротком видео я расскажу вам, как быстро прокачать навык жизнеспособность. Но перед этим давайте разберемся, зачем он нам вообще нужен. Первая и главная причина заключается в том, что нам потребуется этот навык для прохождения квеста егеря под названием «Путь выживальщика. Боевой медик», в котором потребуется иметь аж 5-й уровень этого самого навыка. И я точно знаю, что у многих новичков возникает проблема с прокачкой этого умения, особенно у тех, кто старается избегать стычек с другими ЧВКшниками. Все, что нам понадобится для прокачки, это выйти на любую карту, которую вы неплохо знаете. Ну и конечно же, для большей эффективности можете делать это ночью. Обязательно возьмите с собой побольше медицины. В идеале, если вам, конечно же, не жалко денег, возьмите с собой парочку желтых регенеративных препаратов Пропитал. Они не стакуются, но хилят довольно медленно, поэтому на всякий случай я бы взял 2. Если не пригодится, возьмете следующий рейд. Находим любую колючку на карте, их довольно много, и они разбросаны везде. Поэтому я уверен, что с этим проблем у вас не возникнет. И начинаем двигаться по ней и получать как можно больше урона, тем самым прокачивая навык очень быстро. Можно даже не выходить с колючки и просто находиться в ней. Одновременно с этим использовать аптечки по КД. Делайте как вам удобно. Главное, старайтесь не терять конечностей и вовремя выходить, если это потребуется. Таким образом, можно очень быстро добить 5 уровень жизнеспособности для квеста егеря, без каких-либо проблем. Но не забывайте и о том, что бесконечно сидеть и целый рейд обузить прокачку навыка не получится, так как через какое-то время вы получите дебаф, который снизит эффективность прокачки. После этого лучшим вариантом будет выйти с рейда и пойти в новый, чтобы не терять ваше время впустую. Также не спешите закрывать это видео, ведь это еще не все. Есть и вторая причина, почему есть смысл прокачивать этот навык и дальше. Если заморочиться и прокачать этот навык до 50 уровня, мы откроем дополнительное элитное умение, которое позволит нам вообще не беспокоиться о кровотечениях во время боя, потому что они будут закрываться сами собой. Скажу вам честно, я никогда не прокачивал этот навык до конца, поэтому не знаю, как работает эта механика в игре и насколько быстро закрываются кровотечения, успевают они нанести какой-то урон по вам или нет. Но я уверен, что есть люди, которым станет интересно, и они захотят это проверить. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поделиться с нами в комментариях этой информацией. Также хочу сказать, что это очень полезный перк, который изрядно поможет вам в бою. Ведь тяжелые кровотечения нужно устранять желательно сразу, иначе ты будешь терять очень много здоровья довольно быстро. А когда мы можем не переживать о том, что нужно как можно быстрее закрыть кровотек во время боя, по-моему, это очень круто. Особенно, если вы любитель поучаствовать в нескольких стычках в одном рейде. Но и уже по традиции хочу порекомендовать вам мое видео о том, какой ПНВ лучше выбрать для ночных рейдов. В нем я разобрал все, которые есть в игре, поговорил про их плюсы и минусы, а также выбрал лучшие в соотношении цена-качество. Ну а на этом буду прощаться с вами. Огромное спасибо за то, что досмотрели этот ролик до самого конца. Крепко обнял, приподнял каждого из вас и до встречи на просторах Таркова, бойцы.